красная ты такая, красная, да, как помидор. Ты такая прелесть. Мур-мур. Happy birthday to you! Привет опять, ребята! Бамс! И нет, это не новый разбор на укулеле. И сегодня я вам покажу типичную жизнь, что со мной обычно происходит. И нет, это не влог. А это... Моменты жизни. Вот так покажем? Как еще раз покажем? Рок. Эшкере. Я это видео. Все. А. Да. Да? Молодец. Все, хватит. Хочет вот такую. Зачем? Ну, не прям конкретно такую, ну да. Зачем ты такая, Яр? Хочу колонку себе. Ну, покажу. Я поняла, ну, портативная колонка, это прям вообще портативная, так портативная. Да, портатив. Так с собой, и в поход сходить. Да, а вы любите сказки? Да. Да. Сказки. Встали прямо. Первый ряд поравнялся. Третий не вижу. Так, первый ряд. В огородах. Ну, то есть, да, у них был рабочий день. Вот они пахали землю на полях, а вечером занимались тем, что пели. То есть они пели песни, посиделки так называются. Вечером, когда мы друг к другу в гости ходим, раньше называлось это посиделки, когда соседи ходили друг к другу в гости. Вот. Чем же еще занимались? Когда ты мальчик схватили много, тоже схватили фоны не нужны. Ну вот, да, то есть у людей были куры, коровки, вот они тоже за ними ухаживали. У каждого пусть будет по 20 килограмм. История дня. Саша, давай рассказывай. Мы пришли покупать ноутбук. У тебя очень хорошие характеристики. Ну да. У тебя 3 Гц, у меня дома стационарного 3,7 Гц, а тут 3,1. А он еще и разгоняется до 3 этажа. Я не понимаю, что он говорит. У тебя оперативки 8, давай. Я не понимаю, что он говорит. У меня на компе меньше. Да? 8 гигов. Я на самом деле... Ты можешь GTA 5 выиграть. Что ты говоришь? Давай, запрети. Оп. Что случилось? Давай рассказывай. У меня есть вот такой вот браслет. И для нее я просто фея. Моменты жизни. Рассказываю историю тайм. Во-первых, я купила наконец-таки новый ноутбук, чтобы у меня остатки нервов хотя бы остались. Саша! Так получилось, что я хотела покупать ноутбук, но думаю, блин, я слишком долго буду копить и прибегу к помощи семейства. Папа, если ты смотришь, спасибо тебе огромное. Вот, мне немножко добавили, больше половины. А мы купили ноутбук. Я не думала, что мы сегодня будем его покупать. У меня есть программисты, так что они как бы шарят в этом, да? Какой ноутбук мне брать? То есть, если он сгорит, то все, да? Да, если он сгорит, виноваты мои программисты. Мы взяли и тут же купили, оплатили, мы взяли Lenovo. Вот, и пока меня его открывают, ну, то есть, пункт выдачи, там мужчина какой-то стоит, типа... Вы берете Lenovo? Я такая думаю, ну он скажет, какой крутой ноутбук. Я беру, он такой, фу, вы что, типа, Lenovo? Серьезно? Я такая, типа, ну да. Вот, он такой, начал всячески меня переубеждать. А я натура такая ранимая, как бы сразу начинаю верить в такое. Я такая думаю, откуда человек знает? Думаю, а вы что, программист? Говорит, да, говорит, я программист на заводе. Я такая, Саша! Lenovo плохая фирма. А мы пошли с Сашей проверять, ну, включатель, все хорошо. Он такой подходит и говорит, так назыливый на самом деле. Такой говорит, ну что, не сломался еще? Я такая, да нет. Она говорит, вот, ну, Lenovo плохая фирма. Вот у моей девушки смартфон сломался спустя полгода. Я такой думаю, смартфон, который штамп... Полгода? Через полгода. Вот, смартфон... Ну, извини меня, если она купила его за 300 рублей. Извини, нет, Саш, смотри, как бы смартфоны, их сейчас штампуют, как мама дорогая. Вот, типа, смартфоны, это так, вот как семечки, правда? А то ли дело ноутбук. На работе решила
окунуться вместе с головой. Да. Так. Говорят, что нужно делать так. Решает деловые вопросы. Тут маникюрчик, маникюрчик. Все, спасибо. Маникюрчик. А, он говорит, ну у вас сейчас тормозить начнет. Я говорю, ну у меня гарантия, вот. Угу. Типа, камон. Он такой, это выявляется в течение 2 недель. А как он, из-за чего начнет тормозить? Я не знаю. Вот именно. Как, знаете, у меня стальные нервы. И все остальное, потому что, блин, сколько я монтировала на своем старом компьютере, который грел, Саша докажет, на нем можно сделать яичницу и подогреть воду для чая. Я вам серьезно говорю, он настолько перегревался и выключался. То есть, любой ноутбук для меня просто, вау, круто, класс. А если еще по хорошей цене, а еще Дарьечка взяла 2 бесплатных пакета. Исполняет Дарьечка, супер номер ван и... Зухра Зухриновна. Готов? Вот этот скрежет особенно. Так, а что это такое? Я так не поняла. Давай оригами делать. Кто-нибудь умеет оригами делать? Я не умею совершенно. Давай, оригами. Угу. Даша. Вас на программирование это учат? Да, это мышление. Юля, оригами давай. Юля, где оригами? Оригами. На самом деле мы знаем победителя для всех парней. Моя композиция называется «Свободный полет». То есть, свободный полет. Что там, опять мамку снимаешь? Давай, давай, Саша. На самом деле это котик. Так, покажи. Мур-мур. Ты плачешь, что ли, там? Моменты жизни. Давай. Наконец-то. В смысле, наконец-то, обалдел? Ну там, happy birthday, то души ну, свою слышишь, шарманку. Она на армянском это поет. Happy birthday to you! Ну, если вам понравился этот выпуск, то можете поставить свой лайк, подписаться на канал, также пишите свои комментарии. Да, напишите, пожалуйста, какой момент вам больше всего понравился или какой момент вас больше всего развеселил. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!